Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, у нас чек аккаунтов. Видео по чеку аккаунтов, оно будет выходить раз в какое-то определенное промежуток времени, какое-то определенное, именно так, какой-то определенный промежуток времени, естественно, будет выходить у нас данное видео, и если есть какие-то запросы, то кидай их здесь в комментариях, под этим видео и, естественно, под следующим видео. А вообще, сегодня должна была быть великая арена на Кайло, она там наконец-то началась, но человек по имени Дмитрий решил, что нам неинтересно смотреть великую арену на Кайло, и сам ее единолично, без записи, зачистил. Ладно, переживем как-нибудь. Сегодняшние чеки аккаунтов, откуда они будут браться? Они будут браться с 17 недели, они будут браться с 18 недели и не помню еще. Короче, с трех видео периодически ты будешь видеть срезочки. Если срезка прошла, значит я просто-напросто переключился на другое видео. Итак, поехали. Первый комментарий. Так, код союзника я сразу же беру и, естественно, немножечко его подвставляю. Запись идет хорошо. Помчали. Помчали. У человека крайне маленький уровень. Ну хорошо, давай почитаем, что он нам пишет. Привет, Фрисон. Здорово. Я начал новое начало, как и ты. С чего мне начать? Думаю так. Сначала нужно собрать жуков. Позже собрать Падмы. Позже собрать Йоду. Дальше собрать генерала Кеноби, еще дальше генерала Скайуокера. После этого собрать первый порядок и сопротивление, ну а потом собрать легенды. Планы наполеоновские, планы большие, планы шаблонные. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу, за одним единственным исключением. Если ты идешь через жуков-сепаратистов на Падме, соответственно, с выходом на ГЭС, то зачем тебе потом в дальнейшем собирать первый порядок и сопротивление, ну а потом собрать легенды? Так, наверное, надо сразу уже тогда добивать светлую сторону и выходить в легенды. В легенду Рей, например. А потом уже, возможно, еще вторую легенду заиметь. Просто по факту... при сборе... Давай посмотрим. При пути... на ГЭС, на жуков и на Падмы. Так. Вот у нас требования на легенду Рей. Рей — обучение джедая. У тебя будет при пути, по пути? Да, в принципе, наверное, никого из этого не будет, потому что они особо-то и не нужны, по большому счету. Вот, но я бы, наверное, пошел при твоей бы раскачке, я бы все-таки, наверное, пошел бы на легенду Рей, а потом уже, может быть, на легенду Кайло, или, возможно, даже на какую-нибудь другую легенду, потому что пока ты дойдешь, неизвестно, кто там появится. Вот, поэтому иди пока по шаблону в плане жуки-сепаратисты Падмы ГС, ну а там будем посмотреть. Поехали дальше. А кто ты такой? Не знаю. Беру кут союзника. Естественно, вставляю его сюда и нажимаю поиск. Привет, Роман. Здорово. Начинал с фениксов. Сейчас вышел на имперцев. Посоветую, куда двигаться после них. Есть собранные немного клоны и жуки. По флоту ниже 130 не пробьешься. Пока что там куча гипердрайвов. На Таркиче играю лучше, чем на рыбе. И посмотри по модулям на ведре, если не сложно. Но смотри пару приколов. Так, на имперцев. Куда дальше? Клоны, конечно, хорошо. Под шаг Ти еще лучше. Но итоговое должно быть все-таки ГЭС. Соответственно. Клоны играют только под ГЭС. По крайней мере, на высшем уровне прокачки, уже на более старых аренах, на более высоких аренах, называй как тебе удобнее. В любом случае, для клонов нужен ГЭС. Шаг Ти там не порыпаешься особенно сильно. Так. А куда с имперцев можно потом, в принципе-то, по большому счету, выйти? Даже затрудняюсь тебе сказать. В принципе, учитывая, что реворкнули ведро, ведроид, Палыч, Траун, вот эта троица уже, в принципе, неплохо себя показывает.
Особенно если добавить туда пару интересных ребяток, то можно кого-то законтрить. Но в любом случае это не то, чтобы аренные пачки. Куда дальше идти? Выбор сложный. Не в имперцев точно. Можно с Реван Древан. Дико, конечно, прямо сойти с ума и пойти сразу на легенду, допустим. Раз у тебя в любом случае уже есть Феникс, и просто-напросто добить Палыча. И пойти пробовать выходить уже на легенду Кайла. Но это будет тяжело. Это будет мапупа, это будет жопа. Вот. А так у тебя, если посмотреть по основе... Ну, жуки, какие-никакие имеются. Сепаратисты. Да, в принципе, жуков уже достаточно. По старикам все плохо. То есть у тебя... Да нету у тебя базы. Но у тебя и 297 ГМ. 297 тысяч ГМ. Ну, ты смотри, в общем, вариантов много. Среван, Древан, Падме, Гэс. Легенда. Если прям жестко упороться, то можно выйти в легенду Кайла. Но это будет тяжело, сразу говорю. По флоту 139 место. На флоте, по флоту ниже 130 не пробьешься. Пока что там куча гипердрайвов. Неправда, пробиваемся достаточно таки неплохо. На Таркиче играю лучше, чем на рыбе. Но мы сейчас тоже на Таркича перешли. По модулям на ведре, если не сложно. Ну вот, кстати, по модулям на ведре я... Мне не сложно, на самом деле, но после реворка я им особо не занимался. Говорят, что надо крит урон плюс крит шанс. В допах искать скорость. Треугольник на крит урон. То есть, говорят так. А вообще не в курсе. Россия виват. Поехали дальше. Магистр Йода. Здравствуйте, магистр Йода. Я тебя где-то уже видел, где-то уже слышал тебя и не раз, может даже два. Можешь, пожалуйста, посмотреть мой аккаунт? Я иду на Клюка, а после на Сревана. И не ругай за флот, пожалуйста, я им не занимаюсь вообще, на то есть причины. Во-первых, хотелось бы узнать, какая на то есть причина, что ты не хочешь заниматься флотом. Если что, на секундочку. Очень бы интересно, хотелось бы мне знать. Я иду на Клюка, потом на Сревана. Ну, хорошо. Допустим, подожди. Тогда давай немножко логическую цепочку с тобой попытаемся выстроить. Ты сейчас идешь на Клюка. Где он у нас, Клюк? Вот он у нас, Клюк. Сюда у нас требуется Бен, R2-D2, Лея, парниша с фермы и Хан. Хорошо, допустим. Затем ты идешь на Сревана. На Сревана у нас требования какие? Бастилка, Джоли, Маша, Миша и Т3М4. У меня встает всего лишь один небольшой вопрос. Извини меня, пожалуйста. Если ты идешь на Сревана, то зачем тебе Клюк? Ну вот серьезно, я просто этого немножко понять не могу. Клюкообразный, в принципе, пак у него достаточно таки неплох. То есть это Клюк, это Архан, это Чуи, это, допустим, новый Чуи, который три Чуи, и золотой. Но это две абсолютно разные пачки, Среван и Клюк, которые между собой никак не пересекаются, что хорошо, и можно их и так использовать, и что плохо, потому что они в прокачке и в получении, опять же, не пересекаются особо таки. Забрать Клюка ты заберешь легко и непринужденно. Для этого потребуется только немножко времени. Будет ли он у тебя игровой? Здесь уже вопрос, конечно, другой. Так, Шазам 236. Класс. Окей, спасибо. Так, привет. Подскажи, как наиболее эффективно идти к злорадству?
Здесь я даже код союзника открывать не буду, знаешь почему? Потому что к злорадству не ходят. Злорадство просто-напросто идут и покупают. А чтобы идти более эффективнее к злорадству, тебе кто нужен? Тебе нужен, во-первых, грива в реликвиях, желательно в седьмых. Тогда и сам Гривус заиграет, и у тебя флагман будет получать большие характеристики. Кстати, у меня еще чуть-чуть, и будет уже 6 звезд. Где он собирается? Он покупается у нас злорадство. Так, почему в достижения? Злорадство покупается у нас магазин событий гильдии за валюту МК-2. То есть, хочешь ты к нему идти или не хочешь, как бы тебя игра не спрашивает. Ты покупаешь, либо не покупаешь. Также, кто у нас ключевые персонажи под злорадство? Это, естественно, жуки. Это шпион, это санфак, это солдат. Санфака желательно выводить в реликвии, так он будет дольше стоять, но опять же, как бы и так, и без реликвий можно спокойно в топ-1 залетать. Стерва обязательно, гиена также обязательно. Что касательно клыка, вообще советуют, вообще используют, но если у тебя уже выкачана стерва и гиена, санфак у тебя крепко долго стоит, то можно вместо клыка использовать какого-нибудь злого лютого дамагера. Можно, например, заиграть за Энича, можно заиграть за Асоку. В последнее время я часто вижу, как играют за Сокола Тысячелетия. Почему? Потому что его нельзя выбрать вроде как цель. Если шпион не накинет на него провокацию, то есть весьма-весьма неплохой корабль. Поэтому вот и все, наверное. А так, как к нему идти? К нему никак не надо идти, надо готовить под него пак. Едем дальше. О! Пишет О. Хорошо. О, хорошо. Код союзника берем. Код союзника выставляем. Есть, полетели. Вопрос какой? Привет, Ром! Здравствуй! Нужен совет по пачке на пешку. Скоро будет няха. Знаю, что флот нужно качать. И, плиз, покажи свои модули на HK-47 и Бася. Ну, Бася, скорее всего, ты имеешь в виду Бася? Да, видимо. Подскажи совет по пешке. Скоро будет няха. Так, ну, совет по пешке тебе какой дать? У тебя есть Палыч? Так, кем ты это сейчас играешь? Палыч, АШК, Сион, Траун и ПБшка. Будет еще няха. Ведроид есть. Ну, смотри, здесь есть несколько вариантов. Во-первых, Сион у тебя очень слаб. Можешь вместо Сиона использовать ведро. Он же Дарт Вейдер. Обязательно с Зетой на резню. Так будет даже интересней. Ты лишишься танка. Но опять же, танк тебе скорее всего не нужен будет. Почему? Потому что у тебя есть Палыч, который может накидывать на всех, естественно, стан. У тебя есть ПБХ, которая на всех может накинуть что? Страх. То есть танка здесь, ну не знаю, имеет ли вообще от него смысл. Опять же няха, если ты говоришь, будет няха. Ну и вместо кого ты его поставишь? Вместо Ашка? Вместо няху? Ой, вместо Сиона? Не знаю, я бы вместо Сиона честно бы поставил Вейдера с резней. И таким образом бы пытался играть. А вообще, ПБХ, Ашка... Это прямая дорога тебе, скорее всего, за древаном. То есть, опять же, данной пачкой особо на арене не поиграешь. Это имеется в виду там топ-100, топ-50. Нет, не получится. То есть, тебе в любом случае придется идти, будет за древаном. Свои модули на HK-47 и на басе. Давай посмотрим. Давай посмотрим, почему бы и нет. Где у меня HK-47? Вот он у меня. Это у меня атака обычная и, естественно, крит шанс. С упором на скорость. Но я, честно говоря, давно его уже не модил. Скорости 244, я бы не сказал, что это сильно много. Вот, но требуется некоторый ему ремодинг. Что касательно Баси, это скорость и два любых модуля.
просто которые у меня были поскоростнее, потому что ей надо максимум скорости. У меня на данном этапе плохо, 295, а требуется 320-330, тогда она на моей арене заиграет. Пока что я по пешке плохо очень себя чувствую на пешей арене. Так, снеговик, код союзника берем, код союзника вставляем, окей. Привет, глянь, что можно сделать по флоту. Клыка пока не соберу, ибо старики в приоритете. На обычной арене тоже беда, с 1200 уже начинаются древаны, среваны, падлы в реликвиях. Боюсь думать, что там дальше будет. Пока поднимаюсь только за счет неграмотных сестер, но таких все меньше. А в 1000 держаться очень хочется. Ну, очень хочется, это надо держаться в топ 100 хотя бы. По пешке что эти? Ой, по флоту. Там же по флоту был вопрос. Глянь, что можно сделать по флоту. Во-первых, докачать жуков. По-любому, если ты уж за жуков играешь, то в любом случае их надо дотягивать. Стерву докачивай, весьма неплохо к жукам заходит. Вот прямо не то чтобы неплохо, а отлично к жукам заходит. Ведроид также неплох. Сит-истребитель Кайла, но у тебя его просто-напросто не особо-то есть. Он у тебя... Давай по персам посмотрим. Ну вот, раз у тебя есть ведро, то можно, в принципе, ему корабль выкачивать. Кайла. Ой, что-то я Кайла вообще не вижу. Да, 4 звезды. Хреновенько, конечно. В любом случае, по флоту... Жуков добивай обязательно, вот прямо вообще обязательно. Стерву обязательно докачивай. И ведролет. Дальше у тебя места пока не хватит. В дальнейшем можно имперский истребитель Сид взять, но это тоже в принципе не обязательно. Либо весьма неплохо заходят Энич и Асока. Очень сильные истребители, прямо жестко сильные корабли. Стерву, я говорил, если не говорил, то еще раз повторю, стерву обязательно докачивай. На обычной арене тоже беда, с 1200 уже начинается древаны сревоны, падлы в реликвиях, не знаю, что будет дальше. Дальше будет то же самое, плюс легенды и плюс, естественно, ГЭС. А в твоем случае, ну, судя по всему, что ты пишешь, у нас тут что... Старики в приоритете. То есть, скорее всего, ты собираешь стариков, я надеюсь, с дальнейшим выходом на древана. Если это так, тогда красавчик. Но в любом случае, древан у тебя не шибко-то заиграет без малока. Поэтому тебе еще и сревана надо поднимать. Как ни крути. А так, пока что отдельного совета я тебе, скорее всего, не дам по пешей арене. Няху выкидывать. А кого вместо няхи поставить? Ашка. У тебя, кстати, альфа есть. Попробуй вместо няхи или вместо ведроида поставить альфу. Вот это, кстати, будет интересный ход. Почему? Потому что альфа будет призывать, естественно, автоматически Верзилу. Верзила будет автоматически с провокацией, и твоих пацанов будет это защищать. Хотя против древа... А, и против древа на это защитит, потому что правый страх упадет только на Верзилу и упадет только на Палыча. То есть в любом случае у тебя еще останется 4 перса игровых, которые под страх не попадут. Разгоняй ПБшечку. ПБшку разгони, тогда будет поинтереснее и полегче. Едем дальше. Сколько время прошло? Ой, 19 минут. Стремлюсь к ГЭСу и переговорщику. Спасибо за классное видео. Правильно ли я делаю? Фредерик. Давай посмотрим, Фредерик, правильно ли ты делаешь. На данном этапе пока глубоко в душе не знаю. Угу. Флот 30. Ай, из Рейло. Блин, ну просил, но опять игнорят меня. Ну ладно. Так, на ГЭС идешь, да? На ГЭС Падмы 5 звезд. Почему 5? Открываем дженозийцев, смотрим, потому что 5. Хорошо, допустим. Галактическая Республика, Падмы, Асока, Энакин. Прикольно, что трипак уже есть. Офигеть, не встать. У меня нету трипака, у пацана уже есть. Так, ГК.
У нас там собирается ГК. Ну, то есть ГК будет. Йодик. Йода есть. Допустим. Здесь неплохо, здесь хорошо. Дальше, на ГЭС. Кто нам еще нужен будет? Клоны. Клон, штурмовики, идем смотрим. Имеются все, кроме эрка-штурмовика. Нужен будет эрк-штурмовик, по-любому, естественно. На ГЭС нам еще нужны будут сепаратисты. Нету. Б1, дроидека. Кто там еще? Б2. Где они у тебя все? Не туда, извиняюсь. Вот эти все персонажи тебе, естественно, нужны будут. Вот. На данном этапе что тебе делать? По флоту мне прямо понравилось. 30-е место. Вот тебе, пожалуйста, спокойно идет через гипердрайв. Спокойно с пацанами сражается и вывозит телегу. Жуков докачаешь, будет интересно. Опять же, если ты выходишь на ГЭС и переговорщика, то делай тогда уклон в корабли. На данном этапе, наверное, Энакин. Наверное, Асока. Плюс Стерва. Стерва тебе поможет пока что с жуками, потом, естественно, у тебя будет Энакин, естественно, будет Асока, дальше возьмешь корабли, которые Умбарский. Кто там еще нужен будет? Пло Клун, естественно, обязательно, Пло Клун точнее. То есть по флоту у тебя все неплохо, просто укрепляй его, держись, придерживайся, оставайся на своих позициях. Дальше здесь, по арене, почему Траун? Вот здесь вот я честно скажу, понять тебя не могу, почему здесь именно находится Траун. Если тебе некого использовать в плане то, что замена ГК, то замена ГК Траун хуевая замена, если честно. Возьми магистра Йоду. Почему бы и нет? Многие, я часто вижу, берут Рекса как вариант. Тоже, в принципе, неплохо на данном этапе. Над пешкой поработай. По идее, должно быть все получше. Так, давай меняем видео. Так, Елена Кузьмина. Ромыч, здравствуй. Как это иду по ПП? Мой код союзника. Скажи, что по моддингу и куда двигаться дальше? По моддингу. У нас у самих пока траблы. На самом деле, по моддингу я сделаю, наверное, отдельное вообще видео по ППшкам. Для тех, кто сейчас двигается через них. Вот, я надеюсь, что это будет полезно в любом случае. Так, а скажи, куда дальше? Но я тебе скажу, куда тебе не то, что дальше, а вообще сейчас. Флот исправляй. На флоте все очень плохо. Жуков подтягивай. Кайла, естественно, подтягивай. Но он автоматически подтянется. Стерву собирай. Залезай в топ-100 и в дальнейшем в топ-50. 299-е место. Сам знаешь, что это очень плохо. По пешей арене особо не рыпнешься. Тоже в топ-200 еле-еле удерживаемся, и то далеко не всегда. Кайла есть хорошо, оба Кайла есть, есть Хакс, есть красный штурмовик. Извиняюсь, обязательно нужен штурмовик. Офицера выкидывай, ставь туда штурмовика. Как можно быстрее давай лидерку на Кайла. Естественно, потом Дзетка пойдет у тебя на уникалку красному. И дальше займешься Хакси, штурмовик и Кайло в маске. Вот. А так, собирай ППшек и иди. Вообще, послание хотелось бы передать всем ребятам, которые идут вместе со мной параллельно за легендой Кайло через ПП, стартовали через ПП и идут, в принципе, через ПП, может, там полностью переключились, не суть важно. Просто смотрите ролики, подглядывайте за аккаунтом, я прекрасно показываю весь игровой процесс, весь путь развития, то, где допускали ошибки, где что не надо было делать, где что надо было делать, какие из этого выходят результаты. Это целый практический курс по пути на легенду Кайла. Это может быть не самый лучший курс, это может быть не самый быстрый курс, но это самый очевидный, самый открытый курс, который вы можете увидеть просто-напросто. Поэтому, если идете также вместе с нами параллельно, то просто-напросто подглядывайте в видосики, в отчетные, и там вы найдете все ответы на все свои вопросы. Можете прям сравнивать. Вот такой у нас путь развития. Вы берете и смотрите, ага, а вот здесь я вот взял не стерву, поэтому отстал на флоте на минус 200 позиций. Вот примерно так.
А у меня ПП. Легче всего на арене гасить сестер ночи. Пока что, по крайней мере. Жуками и клонами вообще не вариант. Куда теперь писать про чек аккаунтов, кроме ВК? Чек аккаунтов пишем под видео с чеком аккаунтов. Двигаться по сестрам относительно такое себе занятие. То есть сейчас у нас сестры на арене идут все в золоте, с дзетами, в реликвиях. Поэтому по сестрам не вариант. А клоны жуки тоже. Жуки... Если не самые крепкие, да и альфа без Z, то в принципе по жукам еще можно проходить. То же самое касается и клонов. Вот. А так на самом деле, да, сейчас сложно, потому что в основном уже все в золоте, с реликвиями очень часто, а у нас пока нету ни золота, ни реликвий. Но опять же, мы только-только на самом интересном пути развития. То есть мы только-только получили 85 уровень. Дальше будет интереснее, дальше будет бодрее. Поехали. Фриса, насчет аков. Они будут смотреться с комментариев под этим роликом или под прошлым? И с этих, и под прошлым. Магистр Йода. Вот. Человеку повезло, да? Два комментария под каждым из видео, и оба попал. Счастливчик. 25.37. Хорошо. А у меня 19.38. Привет. Можешь мне поднять 85 уровень, если не сложно? Изи. Я, считай, одним ведром брал R2, Z удал ему и припотел немного в 8-9 тире. Я, кстати, в Рейло гильдии. Да, Виталий, здравствуй. Короче, мы пересмотрели позиции, если что. Вот, за R2 и за клюком мы не идем. Палыча мы будем получать через повстанцев, но не тех, которых думали. Мы будем брать Акбара, Рхана, он у нас уже имеется. Также у нас будет Бикс. У нас будет вот этот шкет, который разведчик постанет с хота, потому что тоже он практически в 7 звезд собран, там 308 или уже 315 даже осколков, не помню. И пятого сейчас пока еще решаем на самом деле, кто там будет. Возможно, что это будет штурмовик Хан. Вот, а вообще R2 и клюк отметаются. То есть это вот что касательно похода за Палычем на аккаунте Кайла без трусов. В конце ролика случилась конкретная шляпа. И в начале этого тоже, между прочим. Дима, привет. А вот это в конце облом. Дима, привет. Классное видео, что-то классный лайк поставил. Я просто в танке, походу, что ты имеешь в виду под словом «новый будущий владелец». Вот, кстати, да, потому что есть ребята, которые начинали с самого начала смотреть Кайла, а есть ребятушки, которые начинали уже потом, со временем приходили. Прикол в том, то, что этот аккаунт раскачивается для того, чтобы потом в дальнейшем, когда мы возьмем легенду Кайла, подарить его одному из вас. Просто-напросто мы устроим творческий конкурс, если что, будет... Не сказать, что простой, но и сложным его тоже не назвать. Вот, и будет коллегия, будет жюри, буду я, будет Дима, потому что как бы мы прокачивали, собственно говоря, аккаунт, поэтому мы также будем выбирать. Дальше у нас будет Влад, он еще не знает, но он будет в жюри. И, возможно, еще пара человек, такие как Мандалорец, допустим, может быть, Александр. В общем... Знатоки, так сказать, ведущие специалисты Звездных войн, Галактики Героев будут представлены в жюри, оценены работы и будет выбран победитель. Ты думаешь, о, нихуя ты задумал, как это тяжело. Ну, во-первых, легенду тоже взять не сложно, не легко. А во-вторых, там не то чтобы сложно на самом деле. Просто мнение еще кое-каких ребят имеет значение, а потом ты узнаешь, в общем, почему. Но да, этот аккаунт будет разыгран целиком и полностью, подарен вместе с потрохами, вместе с почтой, вместе с Google аккаунтом, со всеми вообще привязками, чтобы потом не бей, не ме. Вау, будешь выпускать каждый день на Кайла? Хотелось бы, но, к сожалению. Я на самом деле не знаю, как мне совмещать, потому что... Великая арена на основном аккаунте может длиться, допустим, боевка 30 минут, а может быть и 20 минут. Если будем влезать, то я буду закидывать боевку с Кайло, потому что там очень короткая боевка, там всего один флот и 3 пачки пеших. Все, там больше ничего нету. Попробовали мы эмулятор LD Player, там, конечно, 60 FPS нету, но работает стабильно. Ну, пока на мему посижу, но если что, попробую. Спасибо, тезка, за советик. Привет, я первый зашел. Здорово.
Ну, звезды собрал, теперь полпути пройдено, пятые реликвии у всех. Но нет, там еще есть третья, есть еще и седьмые. Но я смотрю, под 18-й неделе немного, да, на чек кидала. Колобок уходит от волка, волк, да, это я помню, прикол. 85 уровень, так держать, спасибочки. Но это уже, походу, просто комментарии полетели. Один дизлайк, и ты хорош, тебя даже хейтеры любят. Никто меня не любит. Ну и не страшно. Симпатизируют Падмы. Ну да, под 18... А, не, смотри, есть. Под 18 неделей. Да знаешь, получился не только чек аккаунтов, а быстрее чек комментариев, я бы даже так сказал. Но это тоже приятно иногда посидеть, просто пообщаться, поотвечать на какие-нибудь такие интересные, а может быть и не всегда вопросы. И чекни ПЖ мой основной аккаунт. Палыч скоро в релик перейдет, так что посоветуй, кого и как еще подкачать. Ну вот, только я в модулях нифига не шарю. Так что скоростей очень мало, можешь подсказать, какие модули переобуть. Сразу спасибо, ты очень крутой. Сразу пожалуйста, не знаю пока за что, но в любом случае провод от наушников зацепился. Кого качать? Палыча почти в релик перевел. У меня сразу встает вопрос, а зачем? Зачем? Я понимаю, что есть пачки и отряды, которые нравятся. Ну хорошо, я не буду спрашивать зачем. Я не буду спрашивать зачем. Тебе тут нужны скорость и эффективность, что у тебя на Палыче естественно имеется, скорость 212. Почему? Стрелка на скорость. Хорошо, ладно, здесь скорость 18, неплохо. Здесь у тебя скорости вообще нет, абсолютно. В допах нету скорости. То есть ромб сразу меняешь скорость, круг меняешь, тут всего 9 скорости. Крест меняешь 5 скорости, треугольник меняешь, скорости нет вообще. Неудивительно, почему у тебя скорости нету, потому что ты ее просто-напросто не ставил. Вообще, зачем надо было такие модули, извини меня, пожалуйста, за откровенность, зачем такие позорные модули выводить в шестую категорию? У тебя ресурсов сильно дохуя? Честно, вот не знаю. Ну, ладно, здесь было 17 скорости, ты вывел 18. Еще хоть как-то плюс-минус оправдано. Во всех остальных случаях вообще не оправдано. Просто абсолютно нет. Возьмешь зеленый модуль, который тебе даст 10 скорости, он будет полезнее относительно. По сету правильно, по скорости очень все плохо. Надо менять сразу же, просто моментально. Дальше, кого и как еще подкачать, Ну, во-первых, с модулями, естественно, разобраться. Дальше в эту пачку тебе бы запихнуть, во-первых, Кайла выкинуть к ебеням, он тебе тут абсолютно не нужен. Тебе бы запихнуть туда лучше Пыбасю, подкачать ее и запихнуть, она гораздо лучше и интереснее сыграет. Дальше, если хочешь за эту пачку развиваться, то тогда выкачивай Вейдера в реликвии. Прямо в седьмую реликвию выгоняй, делай моддинг, будет неплохо. И Таркина я бы тоже, наверное, выкинул, но опять же вопрос под кого? Под HK47, наверное. Ну, короче, Таркина я бы выкинул. Вот Басю и Кайла в первую очередь, потом Таркина. Басю по-любому тебе надо ставить, вот прям вообще без вариантов. То, что в реликвии Палыч, конечно, хорошо, но тебе надо ведроида еще выгонять в реликвии. Дерзай. И давай, что у нас по времени? Давай последний комментарий еще. Ром, лайк. Все, отлично. Тимур, красавчик. На этом будем заканчивать. Ребят, вот такое вот видео получилось. Оно как бы и чекнутое, и не чекнутое. В общем, если есть пожелание, чтобы посмотрели ваши аккаунты, то обязательно пиши под этим видео в комментариях. Если хочешь что-то сказать, где-то поправить, куда-то посоветовать мне или пацанам, которые, опять же, пишут в комментариях, просят совета, то также пиши в комментариях, можно с тайм-кодиком указывать, что, где, куда и как. Буду тебя ждать обязательно. Если интересненько, то по-любому подписывайся, поставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.